Привет, братишка, а перед просмотром этого видеоролика я хотел бы разыграть для тебя специальный промокодик для CSGO Run на 500 активаций. И чтобы его получить, тебе нужно набрать на этом видео 775 комментариев. Как только это видео набирает 775 комментариев, я сразу же отдаю вам промокодик в комментариях. Поэтому бегом участвовать и приступаем к ролику. Пау! А попадаем мы на CSGO Run, друзья, как всегда с Эвебочкой, у микрофона бог, и, собственно говоря, у нас 778 долларов. Напишу просто Q, вот две буковки, не знаю, как отреагирует чат, может заметит, может быть нет. Посмотрим, что происходит. Во, уже парочку отсвалось, еще парочку, вот он просто радует. Как оно, как дела у вас, пацаны? Рад вас всех видеть, пацаны. Люблю, всех обнял. Может быть, дамы тоже есть. Короче, мы сегодня пришли подниматься. И подниматься мы будем очень особенно, как мне кажется. У нас есть реферальная ссылочка, куда, собственно говоря, новички вводят вот этот вот промокодик, который я солью на самом деле. И давайте спросим у чата, по традиции, на что ставим? Ребят, отправили в чат сообщение, коротенькое, но смысловое. Будем спрашивать, на что ставим. Смотри, вот я общаюсь с чатом максимально хочу, чтобы они назвали мне какой-то интересный коэффициентик. И, ребята, вы можете меня тоже словить в чатике, если, в принципе, играете на ранчике. Ага, хорошее сообщение поймал. 13.31, интересно. 32, 5, ну, жесткие коэффициенты, 4. Слушай, ну почему бы нам 4 не взять, ребята? Почему бы нам не взять 4х, а? Мне кажется, неплохой коэффициент. Смотри, куда прет просто. Хорошо в небеса. Ну, давай, 4х. Делим скины. Сразу же берем 25 баксиков. И пробуем ставить. 4х. Поставил на 5, но заберу на 4. Случайно мискликнул. Давай смотреть, даст ли ран нам что-нибудь. Если что, ну, в принципе, по 25 долларов, не такие уж и дорогие скины, но, если честно, тоже жалковато, все-таки баланс не резиновый, и, соответственно, сливаться мы можем достаточно легко. Поэтому вопрос только в том, как будет выдавать CSGO Run. Но вы, в свою очередь, нажимайте лайки, колокольчики. Все это очень важно для поддержки и развития моего канала, друзья. Вместе с вами развиваемся, увеличиваем размеры конкурсов, делаем ролики более насыщенными. Надеюсь, в будущем, если будет много подписчиков, много актива, я смогу ставить Драгонлоры на ран просто по КДшечке. И будет круто, будет контент. Не знаю, кстати, вот этот скин очень красивый. Мне кажется, он нам какой-то успех, удачу может принести. Тем самым он уже как бы преодолевает лимит 1.5, уже 2, смотри. И до четверочки, по сути, не так уж и долго ползти. В принципе, есть такое ощущение, что он может дойти, смотри. Причем, мне кажется, он это сделает в легкую. Отлично, отлично. Смотри, значит, мы сейчас с такого скина сделали ножик. В принципе, это превосходный расклад событий. Ранчик молодец, и мы потихонечку поднимаем бабосы. Теперь знаете, что бы я хотел попробовать? Хотел бы попробовать тактику такую, взять вот буквально, ну, скин за 62 доллара, такой неплохой. И с него уже попробовать как-то подняться. С него уже выбивать именно 1.30. Вот посмотрим, к чему нас это приведет. Наша задача, вот этот дигл, раскачать до какого-нибудь топового ножа. Не знаю, повезет, не повезет. Возможно, он прямо сейчас крашнется, да. Вот так и происходит. И все на этом. Ну, давай теперь два скина поставим. Попробуем раскачать их. В общем, тактика будет ставить алынами маленькие скины на 1.30. И посмотрим, что у нас этого получится. Сейчас второй раз крашнется, и будет вообще шикарно. Ладно, ножик у нас есть. Тем самым это уже как-то улучшает наше положение. 64 доллара сделали, отлично, можем этот авик ставить, но я бы предпочел его, наверное, изменить на какой-нибудь малюсенький ножик. И вот с этого ножа было бы неплохо, ну, условно, допустим, вот 200 долларов поднять. Это будет, смотрите, вот с одного ножа какой-нибудь зуб тигра, то есть в 2,5 раза его поднять. Будет круто, мне кажется. Кстати, отдельный респект рану за ютуберку, почти каждый видос это говорю, ну, чтоб не убирали, понимаете. Так, три ножа и пару баксов на балансе. 755 долларов — это утешительный приз за мой труд и за ваши лайки. Ребята, мне кажется, ранчик исправляется и выдает. Но, как я и говорил, мы будем тестить тактику 1.30. С нее попытаемся поднять зуб тигра за 200 долларов. В принципе, если раза 4 зайдет такой коэффициент, то мы уже это сделаем. Но вопрос, зайдет ли? Вот в чем. То есть парень поставил 3 статрековских МАК-10 дискотехники
и выиграл наклеечку. Блин, дискотехника смотрелась круче, но он ее может обменять, как бы, поэтому ничего там страшного нет. Райнфлипы, кстати, неплохие, можем с парнем зайти. Ага, не успел, нифига себе тут ставочки активные, быстрые, просто резкие. Ну давай, мы не изменяем тактики, 1.30. Нам нужно сделать с этого скина зуб тигра. И если сейчас крашнется, то отменяем нафиг эту тактику и что-то другое придумаю. Хорошо, 104 бача, еще соточку надо сделать, получается. Уже, нет, давайте, пожалуй, вот этот ножик ставим. Слушай, ну хорошо, хорошо идем, подписчики, брат-братцы. Ребята, это неплохо. Смотри, какие коэффициенты он выдает. Мы явно неплохой день зашли. Сейчас бы не сгладить, вот тут сейчас, когда вот 1.3 и все. По сути, ставки 2.3 на 1.3. Тавтология, мое второе имя. И все, и зуб тигра он как бы есть. Учитывая, что у нас основной баланс, мы его не трогаем. Давай, ой, чувство плохое. А, знал, знал, чувство было плохое, ребятки. Ну, 1.5, really? 1.5, 1.5, 1.5, давай, давай без сливов, братик. Пацаны, ну, как бы, возможно, после вот таких всех коэффициентов, это минус 2 ножа, поэтому вопрос спорный. Можем камбэкнуть, вот прямо сейчас, берем $192, вот такую вот финтиплюшечку, ставим ее на 1.5, давай. Зайдет, не зайдет, вот чисто на удачу. Это минус 3 ножа. Где моя удача? Ну, $403 у нас на балансе остается. Я предлагаю оставить это на следующую серию и постараться поднять. Вначале вроде все шло неплохо, но в конце ролика так получилось, что у нас минус 400 баксов. Ребята, ну, тут давай вот чисто символичные $33 в конец выпуска, потому что я так посмотрел, у нас выпуск получился достаточно короткий, и хотелось бы его хоть чуть-чуть растянуть. Коэффициенты, конечно, пошли очень незначительные, и, возможно, этот хайпербист не превратится во что-то большее, но в честь вас, в честь ваших лайков, как я уже повторял ранее, вашей подписки, я решил его поставить под конец. Ну, в принципе, вот и что-то получилось с этого. Можем попробовать еще одну ставку сделать. Можем попробовать, можем. Смотри, причем, как он идет. В принципе, мы бы сейчас уже подняли хорошую сумму денег, ребята. $135. Хотел закончить ролик, но я не могу закончить ролик, вот так вот слив весь баланс. Это не по мне. Ну давай, давай, юспик. Как бы, ну, $300 тоже человек, с них можно поднять большой банк. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как бы, я буду радовать вас чаще новыми видосиками. Смотри. Ну, как бы, уже не $300, уже 500. Уже 500, ну. Вот давай с этого баланса и начнем следующую часть. Ребята, да, досмотрите видео до конца. Ну, по сути, мы сегодня остались, наверное, ну, вот в среднем каком-то меньшинстве. Как бы, слили, но нормально все. Как бы, с этого ножа еще можно подняться. Спасибо за внимание, у микрофона был Бог. Увидимся, пока-пока.